видно, что Ми-8 на тросе болтается, как игрушка. Но по-настоящему чудовищную мощь вертолета Ми-26 можно ощутить именно с земли. Ну вот что значит! У Ми-26 два двигателя, каждый из них мощностью 11 400 лошадиных сил. И еще один рекорд – диаметр несущего винта у вертолета 32 метра. Если этот винт поставить вертикально, он перекроет. Экспонат доставлен, а на аэродроме в Кубинке готовится еще один. И это он. Повторюсь, самый большой вертолет в мире – Ми-26. Посмотрите, каким маленьким рядом с ним выглядит армейский «Урал». В это сложно поверить, но рекордсмена тоже повезут на тросе. Вот Ми-26 зависает над собратом, техники с трудом цепляют трос, и вертолеты поднимаются в воздух. Такого рекорда не может повторить больше ни один вертолет в мире.